Украина может рассчитывать на военную помощь США в размере 300 миллионов долларов. Такая сумма заложена в оборонном бюджете на следующий год, который принял американский Сенат, а ранее одобрила Палата представителей. Деньги разрешено использовать не только на средства разведки и связи, но и на смертоносное оружие, включая поставки минометов, гранатометов, противотанковых комплексов и боеприпасов. Многие наблюдатели задаются вопросом, почему это произошло именно сейчас, когда напряженность в Донбассе спала и вовсю идут переговоры по мирному урегулированию. Так или иначе, у президента Барака Обама есть право вето, и он им, скорее всего, воспользуется. Это никак не связано с расходными статьями по Украине. Белый дом изначально высказывался против законопроекта в целом из-за механизма его финансирования.